Невероятные приключения ягодки-бруснички случились в детском саду Подковка микрорайона Планерная. Здесь провели яркий тематический праздник, а главным героем стала знаменитая ягода. На волшебной полянке встретились сказочные герои – муравьишка, зайка, медвежонок. Все они хотели полакомиться брусникой. Я сейчас сову своим деткам отнесу. Я еще не спела, я ж не дозрела. Заместитель директора по воспитательной работе Ольга Рытова рассказала, что в дошкольном учреждении ведется большая творческая работа. Педагоги проводят конкурсы, праздники, посвященные разным временам года. Сегодня вы увидели праздник в средней группе. Называется он этот праздник «Ягодка-брусничка», на котором дети показывали свое умение в театральной деятельности, речевой деятельности и музыкальной. Действие сказки про бруснику умело переплеталось с главным мотивом – осенью. Рыжие красавицы пели песни, собирали листья, звенели колокольчиками. Детский сад «Подковка» открыли в 2006 году. Сейчас его посещают 310 воспитанников. С каждым годом сад преображается, становится уютнее и комфортнее. Педагоги создают все условия для гармоничного развития юных химчан. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.